Теперь, значит, нам что нужно сделать? Надо вот этой формы обратной связи добавить блок с трехколоночной верской. И в каждую ячейку положить набегающие цифры с показателями нашей деятельности. Плюс кликаем по виджету первому. Вниз называется счетчик. Ищем счетчик. Вот он счетчик. Переносим. Значит, чтобы здесь получается 350 проведенных фотосессий. Значит, вот эта настройка, конечная цифра 350. Здесь текст вставляем проведенных фотосессий. Так, переходим в стили. Значит, здесь в стилях цвет текста мы ставим белый. Значит, типографика. В общем, нужен шрифт. Сейчас на английской раскладке Advent Pro. Размер 8:2. Сворачиваем типографику, переходим в заголовок. Здесь цвет текста также белый. Типографика семейства Алигерия. Двадцаточку. Все. Сворачиваем типографику. Теперь в расширенные переходим. Здесь есть граница. Тень объекта. Устанавливаем тень объекта. В качестве тени выбираем белый цвет. Все отлично. Дизайн потом выровняется, потому что мы задний фон вставим тот, который нам нужен. Теперь давайте продублируем, то есть копируем этот виджет и вставим в остальные. И во втором мы что сделаем? 50 постоянных клиентов должны ввести. 50 постоянных клиентов. И здесь 7 премий. 7 премий. Все отлично. И теперь нам нужно вставить заголовок. Заголовок как вот здесь. Копируем, давайте. Сверху создаем ячейку, то есть верстку в одну ячейку, да, на плюсе правой кнопкой мыши вставляем заголовок. Давайте сделаем фон пока временно черным и текст. Вот, фотосессия. Для меня это искусство. Все. Все, вроде все. Обновляемся. В принципе, главную страницу мы настроили. Нам осталось сделать баннер этот настроить. И настроить. То есть, получается, осталось настроить баннер с шапкой сайта, с меню, ну, менюшку попозже сделаем, и подвал сайта сделать.